Называется «Оловянный солдат». Помните, такая игра была? Сейчас она тоже есть, разные, там все приколы народ. А тогда, блин, 10 рублей набор таких. Все там были, значит. Вот я им пел эту песню, как ни странно, не засыпали, даже не соображая, что им там поют. Оловянные солдатики, просто детская игра. Каждый с мини-автоматиком и с мини-шашкой генерал. Мчатся в мини-батериках за противником догон. И у мини-офицериков мини-ленточки погон. Вот в атаку кем-то двинуты, оборону проломив, из коробки танки вынутый, из хода брошенный в прорыв. Ну еще одно усилие, он даже конница пошла, ура! Ну вот тут случилось перемирие. Мать обедать позвала, и на время кошеманное примирила две страны. И дождалась поля бранное, первозданной тишины. Ох вы, маршалы курносые, вам бы только воевать. Хорошо, что в игры взрослые, не случалось вам играть. Там ни стратегии, ни тактики, ни теории, ни наук. Оловянные солдатики, 2 рубля за 10 штук. Оловянные солдатики, просто детская игра. Но каждый с мини-автоматиком, с мини-шашкой генерал.